5 марта 2020 года в актовом зале ГБУ СОЖ 285 по адресу улица Горького, дом 46, корпус 4. Состоится отчет главы местной администрации муниципального образования Константиновская Лаврененко АА по итогам работы местной администрации за 2019 год. Начало 18:00. Приглашаю вас принять участие во встрече. Да, но это обращение к жителям. Соответственно, отчет о деятельности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципального округа Константиновска за 2019 год. Ссылку прикреплю, соответственно, смотрите, приходите. Приглашают жители муниципального образования. Так что, кому не все равно, приходите. А то не все смотрят на сайте.